Рабочие сбрасывают песок с шестого этажа стройки. Видео прислала жительница дома 71 на улице Свердлова. Марина пишет, пыль от таких действий накрывает жилой квартал. Окон не открыть, детей на площадку не вывести. Мы связались с застройщиком. От интервью он отказался, но меры принять обещал незамедлительно. Цитата: «Больше такого не повторится, я обещаю». Конец цитаты. Другой телезритель Руслан Гайнулин возмущен отсутствием ливневой канализации на пересечении улиц Суханова и Гоголя. Вода собирается в глубокую лужу даже при небольшом дожде. Горожанин спрашивает, когда, наконец, установят систему отведения стоков. Ответ мы получили в отделе ЖКХ. Замначальника Юрий Лаптев сообщил, что предложит внести строительство ливневой канализации в план работ по обустройству кольцевой развязки на пересечении улиц Суханова и Стерлибашевский тракт, запланированному на 2017 год. Если у вас есть темы для новостных сюжетов, интересные видео или фото, присылайте к нам. stv-info@bk.ru. Каждый месяц мы платим деньги за лучшие материалы.